Донести до вас информацию о работе библиотеки номер 164, которая расположена по двум адресам. Это Серпуховский вал, дом 24, корпус 2 и улица Шаболовка, дом 36. Современная библиотека, конечно, прежде всего центр культуры, а не только простой книговыдачи, работа с книгой. Это и компьютерные технологии, компьютерные залы и обучение компьютерной грамотности. Сегодня мы хотим, чтобы библиотека была еще и культурно-досуговым центром. Поэтому в преддверии нового учебного года мы проработали программу нашу образовательную, культурно-досуговую, и приглашаем вас в наши кружки, студии, творческие объединения. В этом году начнет свою работу 13 вот таких вот объединений и кружков. Для того, чтобы увидеть, показать наших педагогов, пообщаться с ними, может быть, увидеть наработки этих педагогов, мы приглашаем вас на День открытых дверей, который будет 4 сентября с 12 до 15 часов. То есть это будут представлены руководители кружков, студий. Это будет небольшой концерт, то есть педагоги у нас работают довольно-таки интересные, с хорошими образовательными уровнями, любящими и детей, и подростков, и людей более старшего поколения.